Нет, сейчас закончился концерт в поддержку народных депутатов. И мы уже вещаем, но нас незаконно выключили, вырубили с эфира на 2,5 часа. То есть просто отклинились совершенно чужим эфиром трансляции прямой трансляции концерта с центральной площади Ленина. Это концерт был в поддержку кандидатов в народные депутаты Бориса Филатова и Андрея Денисенко. Это, конечно, было шоком для всего коллектива. Сначала мы не поняли, почему вдруг на нашей частоте, вот я сидела у себя в кабинете, у меня была картинка моего канала, и вдруг я вижу концерт, я знаю, что у меня в сетке, я знаю, что этого концерта у меня нету в сетке. Ну, замешательство, все сбежались в кабинет со всего канала, а потом стало понятно, что это идет... Наталья, а что вы предпринимали? Кому вы звонили? Кто вам звонил? Вам там часто очень любят звонить замгубернатора Филатов, я помню. Мы сразу же, у нас же это уже не первое отключение, поэтому мы знаем, кому нужно звонить. Поэтому мы сразу же начали звонить в наш местный передающий центр. Тогда мы брали трубку. И после чего наш технический директор поехал туда вместе со съемочной группой. У нас будет видео, как все это происходило. Нас туда не пустили. Я думаю, что завтра будет ответ нашего передающего центра, как и в прошлый раз, о том, что это были технические проблемы нашего 3/4 канала. Ведь сначала нас отключили почти на 2,5 суток. Недоразумение, да? Чисто вот... вырубились, да, теперь на 2,5 часа. Это вот да, наверное, это недоразумение. Случайно, случайно вдруг зашли на нашу частоту.